Быть азербайджанцем значит жить на персидской земле и читать русскую литературу, иметь армянскую архитектуру, верить в арабскую религию, отмечать талышские праздники, покупать западные технологии, слушать кавказскую музыку, петь грузинское вино. Вау, надо же, девушка с итальянским именем, немецким отчеством и тюркской фамилией пытается нам объяснить, что такое быть азербайджанцем. Так я объясню. Быть азербайджанцем – это когда элементарно твои границы охраняют твои войска, а не чужого государства. Быть азербайджанцем – это когда за 30 лет из разворованной страны ты превращаешь ее в конфетку. Быть азербайджанцами – это когда ты побеждаешь за 44 дня. Быть азербайджанцами – это когда ты доказываешь за 23 часа то, что не поняли за 44 дня. Быть азербайджанцами – это ходить по всему миру с высоко поднятой головой от гордости, что ты азербайджанец.